Итак, всем большой привет! С вами, как всегда, я Дезертир, и мы продолжаем бегать по Mass Effect. Сегодня мы отправимся на Феникс, станция Вершина. Давно я хотел сюда попасть, но что-то как-то не сходилось, все по времени, да и прочие моменты. В общем, сегодня мы поедем именно сюда. Итак, поехали. Ну что ж, у нас здесь есть пару планеток, которые можно раз обследовать, так сказать. Ну и, естественно, есть станция Вершина, на которую обязательно можно залететь. Здесь есть какой-то неопознанный объект, это астероид. Астероид является источником слабого прерывистого сигнала на частоте, в общем-то, там, такой-то. Найден протеанский диск с данными. Во время сканирования поля астероида в системе Феникса вы обнаружили странный источник энергии, который Италия распознала как Кварианский. Разведгруппа обнаружила заброшенный грузовой корабль, однако выяснить, как корабль там оказался, не удалось. На борту корабля был найден протеанский диск с данными. Такие вот дела. Паташи. Планета земного типа, атмосфера... Так, насколько я помню, я, по-моему, здесь был... Нет. Ну, в смысле, просто как бы, да. Давайте-ка сейчас проверим. Если я здесь не был, то тогда прочитаю уже после этого. Если был, то просто у меня на всей карте будут открыты места, где мы могли побывать. И это будет означать, что мы здесь были. Как бы логично, не правда ли? Потому что когда ты проходишь игру довольно долго, ты не всегда запоминаешь, где и что. База наемников, Азарийский развед... Ну, короче, мы здесь были, насколько я могу судить. Потому что, ну, у нас здесь разведанное месторождение ртути как бы есть, а это уже о чем-то наговорит. Ну, плюс Азарийский контейнер мы здесь тоже проверяли. Поэтому да, здесь мы были, значит, я здесь все прочитал, за исключением... поездки на саму вот эту базу, которая находится вот здесь. Ну, естественно, я не видел астероид, как бы вот этот вот. В общем, дважды его разведать, к сожалению, не получится. Обидно. Вот, но теперь мы поедем на станцию Вершина. Итак, станция Вершина. Расположенная на астероиде станция Вершина изначально была построена турианцами и служила секретным командным центром. Во время восстания Кроганов, позже она была переоборудована в военную тренировочную базу для всех групп бойцов специального назначения, служащие Совету Цитадели. Находящийся на станции симулятор боевых действий позволяет командам проводить тренировки в различных опасных условиях. Население 1200 человек. Ну что ж, здесь нет озвучки, ребята, поэтому читаем субтитры. Говорю об этом заранее. Итак... Поехали. Isn't that Commander Shepard, the human Spectre? Whatever. Spectre or no, it's always fun to see humans get pummeled in the simulator. А что, если достанется вам, дорогие мои друзья? Итак, бежим дальше и говорим с начальством, так сказать. Ah, Commander Shepard. Welcome to Pinnacle Station. I'm Admiral Thaddeus Ahern. Glad I got the invite. Where do we begin? You'll be training in the combat simulator. After each round, you'll see how you fared against your competitors. How does the simulator work? Talk to tech specialist Ocran if you want the technical explanation. Basically, it creates combat scenarios that allow our operatives to build their skills in a safe but realistic environment. Who will I be competing against? The best of the best. Alliance operatives travel here from all over to try their hand at the simulator. The scores are tallied,
and the winners appear on these monitors for all to see. Get your name there, and the entire Alliance will know about it. How do I try out a combat scenario? Go talk to Ocran over in the staging area. He'll set you up and let you choose a scenario. Who will I be competing against? The best of the best. Alliance operatives traveling. The scores are tallied, and the winners appear on these monitors for all to see. Get your name there, and the entire Alliance will know about it. So you run the station and the training here? Last I checked. It's better than a desk job, and a hell of a lot better than retirement. The facility is magnificent. It has all the technological marvels a commander needs to train the perfect soldier. The Turians give their advice. Every so often, I listen to them. Thanks for the info. Carry on. Окей. Так, посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Просто прогуляемся пока что. Мы никуда сейчас еще не спешим. Вдруг здесь есть что-то полезное, что можно активировать. Например, можно поболтать с сержантом. Можно пройти туда. Кстати, сверху здесь можно куда-нибудь пройти? Нет, сверху здесь пройти нельзя. Давайте поболтаем с сержантом. Не Ahern's tough to impress. Угу. То есть, типа, тонкий намек, что мы его не удивим. Типа, мы просто спектр, единственный в мире спектр-человек, но мы его не удивим. Да. Шепард, результатов как бы нет. Итак, нам нужно попасть на первое место, соответственно. А вот, это на время. Потом... Тропический, вулканический захват, тропический, вулканический, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче говоря, нам везде нужно попасть на эдак место первое, в идеале, конечно же. Так, технический специалист, все хорошо, но в принципе, ага, вот еще есть один. Get me back in that simulator. Nothing makes my D like stomping synthetics. Шутник. Ладно, сохраняемся. So you must be the famous Commander Shepard. I'm tech specialist Alud Ocran, lead programmer on the combat simulator. Do you need something? I'm sure I have a few minutes before someone forgets their password and comes crying to me for help. Let's try a new simulation. New competitors are restricted to low-impact missions till they learn the ropes. The infirmary was starting to complain. Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? I'll hold off for now. Then why are you here? So how does this work? It's a combination of holographic images and kinetic barriers. Holographic images help you see the objects, and the kinetic barriers keep you from walking through them. I assume the enemies are also holographic? No. Our operatives train in a simulator by killing real, actual people. They're simulated. But I hear the kinetic slugs hurt just the same. What am I supposed to be doing in these simulations? That depends on the combat mode. We have time trial, capture, hunt, and survival modes. What are the capture mode objectives? Capture all designated control points as quickly as possible. The faster you capture all the control points, the higher your score. What's the goal in the hunt mode? Defeat as many enemies as you can before the countdown timer reaches zero. You get additional time for every enemy you defeat. The more enemies you kill, the higher your score. What's my mission in time trial mode? You and your squad must defeat all enemies as quickly as possible. The quicker you defeat all the hostiles, the higher your score. What's survival mode all about? Fend off waves of enemies for as long as possible. When the squad leader goes down, the mission ends. The longer you survive, the higher your score. I got it. Splendid. Так. What's with the attitude? I'm a technical genius on a station full of soldiers who only respect battlefield prowess. It's more than a little frustrating. You help keep these soldiers at their best. That's extremely valuable. I suppose so. It would just be nice to get credit for it once in a while. Пару кредитов. Let's try a new simulation. I'm here to serve. Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? Let's try one of the timed missions. And which course? I've got the warehouse or tropical courses. What am I trying to accomplish in time trial mode? You and your squad must defeat all enemies as quickly as possible. The faster you take down all the enemies, the higher your score. And which course? I've got the warehouse or tropical courses. Ну давайте. Set me up in the warehouse. Fine. We give you some dummy grenades and medigel.
If you try to use a real grenade, I will turn off every safety measure this simulator has. Окей, я не буду пользоваться гранатами. Я не буду пользоваться. Так. А ну идите сюда, вы мелкие сволочи. Давайте надо шустрее. That looked like it hurt. Ну же. Твою мать, ну почему он остался где-то там один, а? То есть я почти с первого раза прошел как бы миссию, но из-за того, что он остался там один, и как бы... Да. А, минута 24. Окей, то есть нам надо еще пару раз будет пройти это все. Я понял, да. Я понял. Так, хорошо, давайте тогда перед тем, как что-то делать, посмотрим на счет сначала. Шепард, минута 24 здесь должен быть. Так, тропический, минута 20. Хорошо, давайте попробуем следующий. Тропический, минута 20. Do you need something else? Переиграть последнее. I want to give the last test another shot. The projectors are warming up. You can start whenever. Так, 24 секунды, да, должно быть после минуты. Окей. Eliminate those hostiles, Shepard. Кабум, поехали. Так, бегом, 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 бегом. Damn it, Shepard, that minute shell ain't free. Давайте. Бегом. Можно больше их надо уничтожить. Так, вот здесь есть спуск, оказывается. Не знал, как говорится. Damn, nice shot. Yeah, мы это сделали. Минута 18. Можно быстрее, наверное, но... Главное, чтобы мы получили топ. Back off, Fidinos. I haven't done anything wrong. If you've tampered with government equipment, Brian, I'll have you thrown in the stockade. What seems to be the problem? Get lost, Shepard. This doesn't concern you. Fidinos is just mad because a human beat his record. Shut your mouth, hollow jockey. Brian says he scored highest in missions from multiple combat modes. No human's ever done that. He clearly cheated.
Would you change your mind if I scored highest on those missions? Tell you what, Shepard. You beat my record, and Bryant won't spend the rest of the competition in the stockade. Hell, if you even come close, I'll give you my weapon. I look forward to the challenge. I suppose many humans find failure fun. If so, then this is your lucky day. I hope Bryant has something to read. He'll be in that stockade for a long time. Окей, мы взяли первое место. Это было не так сложно, как казалось. Так, ну в любом случае, скорее всего, придется проходить каждое задание дважды. Let's try a new simulation. I'm here to serve. Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? Let's try one of the time missions. And which course? I've got the warehouse or tropical courses. Причиной тому будет являться то, что мне нужно будет узнать карту и что вообще на ней делать. То есть я здесь не был, когда я проходил игру, не было еще этого дополнения, поэтому я не знаю, что здесь делать. Я здесь первый раз, и поехали. I think I'll see how I do with the tropical course. Fine. The projectors are warming up. You can start whenever. Итак. Get moving. This is a time trial. Пойдем, ребятки, пойдем, бегом. Мы должны это сделать. Я вот прям в себе не уверен, но мы должны попробовать. Damn, nice shot. Ребята, давайте вынесем этих гадов. Блин. Я должен это сделать. Но... Never knew I'd hit it. Damn it, Shepard, that minute shell ain't free. О, да! Я это сделал. Shepard, your accomplishments are an inspiration to knuckleheads everywhere. Ха. Наши подвиги вдохновляют идиотов. Мы крутые. Do you need something else? Let's try a new simulation. I'm here to serve. Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? Let's try one of the timed missions. And which course? I've got the warehouse or tropical courses. Так, I'd like пока to try нам... something else. Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? Пока нам не дали следующие эти, ну давайте попробуем выживание. I'll go with survival. Now pick a course. Do you want volcanic or tropical? What's survival mode all about? You have to fend off waves of enemies for as long as possible. When the squad leader goes down, the mission ends. The longer you survive, the higher your score. Now pick a course. Do you want volcanic or tropical? Ну, тут будет, по идее, сложно как-то... I could use some sun. Умереть. Boot up tropical. Fine. The projectors are warming up. You can start whenever. Итак, попробуем. It doesn't have to be pretty. Just keep yourself alive. Просто нужно выживать. Sorry, Shepard, but there's no award for most times shot. Прям нету за скорострельность награды. Damn, nice shot. Ребята-то серьезно настроены, походу. Если бы мне еще мои же не мешали, было бы вообще вот просто идеально. That looked like it hurt. That's the way. Ты
гетов, которые просто страдают. Ну, как бы к моему счастью, у меня довольно неплохо с уроном, довольно неплохо с выживаемостью, плохо с броней, но опять-таки я ее еще даже не юзал в восстановлении брони. Как бы, понимаете, о чем. Просто запинали разрушителя. Бедняга, наверное, был в шоке. Не важно, что это всего лишь симуляция. Но... почему-то кажется, что он не ожидал такого поворота событий. Каждый последующий разрушитель просто умирает. То, что разрушители стреляют в меня всякой хренью, мне не очень, конечно, нравится. А что сделаешь? Так я еще не юзал пенициллин-то так-то, если что. Глупый ты, командир. Пошел ты. Теперь, пожалуй, юзнул. Я не знаю просто, сколько там надо выжить, ну, повыживаю, пока могу как бы. Момент, когда на меня уже пнут такие нехилые орды демонов, я просто не знаю, это просто жесть. Так. У меня потихоньку падают мои ребята, потому что народу стало очень много. Вставайте, ребят. Sorry, Shepard, but there's no award for most times shot. Они просто прут, и прут, и прут, и прут, и прут. Давайте попробуем до 5 минут дожить, а там уже видно будет. Где-то ракетчик уворачиваться. Остальное это не сильно большая проблема. Sorry, Shepard, but there's no award for most. Так, устанавливаем все щиты, поднимаем напарника. Ouch. Watch yourself. Shut it down. О, дожили до 5 минуты как раз примерно. О, всего-то там надо было 2 минуты продержаться. Ёпрасоте, мы тут прям... Нас тут точно никто не догонит. Shepard, your accomplishments are an inspiration to knuckleheads everywhere. Я-то думал, там, не знаю, что надо продержаться фиг знает сколько, а тут раз, так бум, всего-то 1.5 минуты. Так, ладно, давайте посмотрим на результат. Скорее всего, во втором тоже списке получается примерно такой же результат, да? Захват, нет, выживание. А вот, минута 30 нужно продержаться. Продержимся 2 минуты где-то, я думаю. Хотя даже, в принципе, можно и минуту 30 продержаться. Ничего страшного не будет. Do you need something else? Let's try a new simulation.
Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? Capture. You have your choice between the volcanic or tropical courses. I'd like to try something else. Which combat mode? Time trial, capture, survival? I'll go with survival mode. Now pick a course. Не то немножко. Do you want volcanic or tropical? Let's go with the volcanic course. Fine. The projectors are warming up. You can start whenever. Давайте поехали. It doesn't have to be pretty. Just keep yourself alive. Просто нужно повыживать 2 минуты. Я не думаю, что это будет прям сильно сложно. Для того, чтобы здесь нормально выжить, я думаю, что нам есть смысл переместиться вот сюда. Забежать на вот эту вершину и отсюда уже отбиваться. Разработчики не глупые, решили сделать на вершине тоже пару ребят. Давайте, будем минусовать вас так. Все, вот надо продержаться 2 минуты, ё-моё. Это ж вообще... прям ни о чем вообще. That's the way. Офигели. Я их просто минушу, считайте, с одного удара с руки. Ну ладно, большинство из них минушу с одного удара с руки, но не всех, конечно. В принципе, 2 минуты я прожил, но у меня есть проблема теперь, они меня должны убить. Ура, они это сделали. Проще некуда. There's a reason they made you a Spectre. То есть там, где надо не на время, там будет просто. Там, где надо делать что-то на время, вот тут у нас могут возникнуть сложности. Так, ну давайте сделаем спецназовца еще. Теперь у нас на 18% увеличено. Все круто. Let's try a new simulation. I'm here to serve. Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? Capture. You have your choice between the volcanic or tropical courses. What's my mission in capture mode? Capture all designated control points as quickly as possible. The faster you capture all the control points, the higher your score. You have your choice between the volcanic or tropical courses. Set me up with the volcanic course. Fine. The projectors are warming up. You can start whenever. Ну что ж, давайте. Выбрали вулкан, захват контрольных точек. Я не знаю, что здесь делать, где захватывать точки, поэтому у меня может возникнуть с этим проблема. Так, ну ладно, это контрольная точка под нами. Я надеюсь, они ее не будут отвоевывать. Пинайся. А где еще контрольные точки? К сожалению, вот проблема в чем? Я же не знаю, где контрольные точки, поэтому мне придется здесь еще и ориентироваться очень долго. Ну пока вроде захватывается, и ладно.
Обидно, кстати, что мы за симуляцию не получаем как бы ничего, да? Пошли вон отсюда с моей контрольной точки. Поехали дальше. Предположу, что последняя контрольная точка находится вот здесь. В том здании. Ау. Пошел вон. Что-то мне пристал, негодяй. Да, вот она вот здесь находится. Сейчас мы захватим. Для этого нам всего-то нужно находиться внутри. И... Я, наверное, не успел, да? Какой я в рейтинге? Да ладно! Прям с первого раза вот так бумсы. Окей. Shepard, your accomplishments are an inspiration to knuckleheads everywhere. Прям вот всех идиотов в мире. Do you need something else? Let's try a new simulation. I'm here. Which combat mode? Time trial? Capture. You have your choice between the volcanic or tropical courses. I'll go with tropical. Fine. The projectors are warming up. You can start whenever. Ну что ж, наконец-то мы в тропиках. This is very simple, Shepard. Reach the point, capture the point, and repeat. Я догадываюсь, где какие поинты, по идее, должны быть. Естественно, первый будет вот здесь. Второй, скорее всего, будет немножко в другом месте. Это на двух точках здесь еще будет. Скорее всего. Ouch. Watch yourself. Ну да. Вон еще один. И вон еще один. Я правильно понял. Они находятся прямо совсем рядом. И небольших проблем с захватом возникнет не должно. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Захватили мы их менее чем фактически за минуту. Фактически. Ouch. Watch yourself. Нет, еще где-то один. Ouch. Watch yourself. Угу, лохануло вон он. А я так обрадовался. Ну ладно, в любом случае здесь где-то за минуту 50 их надо было захватить, поэтому я успеваю. Не посмотрел, что здесь не 3, а 4, как бы. Но в итоге я успел все равно. То есть я попал, так сказать, в рекордную таблицу. Well, Commander, looks like we can add a broken record to the list of things you've ruined. Какой ты прямо неуверенный чувак, который прям нас так опускает все время. Так, первый. Первый на тропиках, первый тут. Так, давайте охота. 35 нужно набрать и 43 на вулканическом. Я не знаю, что это. Какое сейчас узнаем у него. Do you need something else? Let's try a new simulation. Which combat mode? Time trial, capture, survival or hunt? Sign me up for a hunt mission. Alright, I can get you set up in either the subterranean level or the volcanic level. Tell me what I'm supposed to do in hunt mode. Beat as many enemies as possible before the countdown timer reaches zero. You get additional time for every enemy you defeat. The more enemies you kill, the higher your score. All right, I can get you set up in either the subterranean level or the volcanic level. Subterranean sounds good. Fine. The projectors are warming up. You can start whenever. Окей, на подземном уровне мы еще не были, поэтому я думаю, что можем спокойно посмотреть, что там такое. Boo, Shepard! You need to kill to keep a hunt mission going. Угу. Ну, просто убивать врагов. Минус один.
Ну, короче, надо сделать около 30 плюс убийств. Это не то, что будет сильно сложно, я думаю. Единственный минус. Получается фон. Что как бы ограничено все временем. А время это, так сказать, такая штука, которая нифига не помогает. Но... Так как мы довольно быстро убиваем обычных гетов, мы сейчас можем накопить быстренько время. Для каких-нибудь там усилий, например. И тем самым дать себе буст на будущее. Пока 17. Растем. Понемножечку растем, дорогие друзья. В принципе, здесь все зашибись, я бы сказал. По крайней мере, мне все это нравится. 26 человек мы убили, 30 секунд разницы. У нас в плюсе, так сказать, что уже время как-то не так добавляется или не добавляется в принципе. Но рекорд мы таки побили. Сорок два убийства. Круто. Хватит палить по мне. Тот момент, когда по тебе палят твои же ребята. Вот, вообще неприятно. Так, 35 здесь, да? Shepard, your accomplishments are an inspiration to knuckleheads everywhere. И что-то около 40 на следующем задании. Давайте сделаем это вот так. Смотрите, заходим сюда. 43 здесь сделано. Нам нужно... больше, то есть, ну, 45-50. Sign me up for a hunt mission. All right. I can get you set up in either the subterranean level or the volcanic level. Give me volcanic. Fine. The projectors are warming up. You can start whenever. Так, поехали. Oh, Shepard. You need to kill to keep a hunt mission going. По сути, здесь 4 карты, насколько я понимаю. Ну или что-то около того. Проблема в том, правда, что они появляются немножко кривовато. Карта довольно большая, хоть и открытая. Я думаю, есть смысл как раз зайти наверх. Сверху уже расстреливать всех и вся. У нас минута в бусте. Нужно приспуститься немножко. Ясно, понятно. Спускаемся. С каждым разом будет добавляться все меньше и меньше ко времени. 20-ник мы уже убили. Так что, в принципе, все более или менее хорошо. Благо здесь самые обычные геты, которых убивать просто одно удовольствие. И сложности
проблем с этим, как правило, не возникает. Единственный минус — это то, что гетов здесь не так уж и много. Почему-то мне кажется, что я в этот раз не победил. Нифига. Я, конечно, определенно поубивал пару гетов, но... К сожалению, так не так эффективно, как по прошлому старту. Ну, благо моя команда тоже нехило так старается. А это значит, что я могу пофигариться с гетами довольно нехило. Нет, кстати, по-моему, я все-таки прошел. 43 там было убийство. Я 45 уже. 46. Замечательно. В принципе, я все равно прошел. Так что... Так что это круто. Окрин must have changed it. Or... There's a bug in the simulator. You got lucky, human. Your record was tough to beat, Vidinos. I'll take what luck I can get. Don't patronize me, Shepard. I'll find out how you did this, and heads will roll. Bryant is clear. Keep your smug grin to yourself. I'm out of here. Aren't you forgetting something? What? Oh, yes. The weapon. Let no one say that Vidinos isn't a man. I'll take that assault rifle. Go ahead. Thing's a piece of garbage anyway. Enjoy the burn when it blows up in your hand. Переработать, может, по фану, знаете, так переработать в унигель. О, кстати, неплохая такая винтовочка. Ну, в принципе, да, то есть, ну, для перегрева у нее хороший параметр, но вот с точностью не ахти. Не ахти точность. Так, ладненько, давайте. Thanks for your help, Shepard. I sure didn't want to spend my time on Pinnacle Station behind bars. Ну вот, да, я тоже так думаю. Давайте попробуем подойти к адмиралу и поговорить с ним. Nice work. You sure made an impression on Vidinos. Ну да. Vidinos is pissed off, Shepard. Well done. You still got a way to go before you're the best, though. I'm doing my best, sir. Good. But it'll keep getting harder, and everyone's gunning for you now. I suggest you go back in there and finish the rest of the missions. Prove to everyone that you're the best. I never back down from a challenge. That's what I like to hear. Go show those aliens what a human can do. Good luck out there, Shepard. Кажется, я действительно произвел на него хорошее впечатление. Окей, давайте посмотрим, что же мы можем сделать дальше. У нас осталось 4 испытания, соответственно, что логично. И во всех этих 4 испытаниях у нас... вот, вулканический нужно за 2 минуты, меньше 2 минут. Подземный за меньше 1,5. Подземный. Ну, короче, ладно. Давайте пойдем сначала на охоту. Убьем, по идее, больше 50. Больше 50 на охоте, да? Или испытание на время лучше пройти. Так, стоп, а что это у нас? Подземный? Подземный за 1,5 минуты захватить, да? Давайте захват тогда сделаем сначала. Do you need something else? Let's try a new simulation. Well, well. Your performance was just reviewed. Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? Capture. Good choice. And for courses, I have volcanic, tropical, and subterranean. Boot up the subterranean level for me. Fine. The projectors are warming up. You can start whenever. Итак, выбираем. Get to the point and keep it at all costs. Поехали на подземном. Нам нужно найти с вами точки. И первую точку я нашел очень быстро. Вторая точка вот там. Здесь будет опять 3 точки. 3 точки — это очень даже хорошо. Сражаемся здесь с пиратами. Точка первая уже почти захвачена. Это прям-таки замечательно.
Но смотрю, здесь нас уже малость коцают. По крайней мере, Гарусу приходится не очень легко. И следующая точка у нас находится, интересно, где? Потому что пока я ее не вижу. Мне кажется, она где-то вот там. Где-то вот за теми ящиками, потому что в другом месте она, по идее, находиться просто элементарно не может. Да, она действительно находится вот здесь. И мы успеваем за 1,5 минуты. Даже быстрее. Естественно, быстрее. Как говорится, как будто у нас есть варианты. Готово, 1:17, и прошлось прям в изи. Not half bad. И все? Окей. Так, а теперь выживание. Выживание. А сколько там выживаний продержаться надо? Чтобы... Я просто не хочу делать, знаете, вот чтобы долго вот именно. Так, охоту мы не сделали. 50 там надо сделать. Выживание 2 минуты... 2 минуты 30, короче, продержаться, и будет нормально. Do you need something else? Let's try a new simulation. Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? I'll go with survival mode. Now pick a course. I can boot up volcanic, tropical, or subterranean. Give me the subterranean level. Fine. The projectors are warming up. You can... Так, ладно. Давайте поехали на этот уровень. It doesn't have to be pretty. Just keep yourself alive. Просто нужно тупо выжить энное время. Главное убивать с ракетчиков, потому что ракетчики — это большая проблема. А выживать нужно гребаные 2 минуты. Это еще большая чуть-чуть проблема, как бы говоря. That's it, Shepard. Give him hell. Хотя иногда побегать здесь не помешает. Но постоянно чарджащиеся у нас громилы, вот вообще нифига не круто. Здесь действительно выживать повеселее. Поинтереснее, так сказать. Мне это уже нравится. Это не просто так, вы знаете, вы там бежите куда-то, и все, все у вас нормально. Или стоите где-нибудь, и как на первой карте, я там 5 минут придержался, да? Здесь это поинтересней. Здесь есть какой-то небольшой челлендж. Damn, nice shot. Даже Рекс, он умирает, что, сами знаете, бывает редкость. Здесь проблема в том, что здесь присутствуют джиггернауты. Джиггернауты — это все-таки небольшая проблема. Не сильная, но... факт остается фактом. Нас постоянно захреначивают чем-то. Также здесь где-то штурмовики. В принципе, это тоже небольшая проблема, но... это определенно неприятно. Итак, осталось продержаться совсем чуть-чуть. Поднять команду, восстановить все щиты. Убить разрушителя, например. Почему бы нет? Вот здесь вот хорошая позиция, как я смотрю. Они идут с двух сторон. Не появляются снизу. В принципе, мы как бы победили. Поэтому можно идти умирать. Но, правда, с собой забирать еще кучу всяких гетов. Прайм! О, Прайм! Не-не-не-не-не-не-не! Прайм, ты должен умереть у меня будешь. По факту, ты должен будешь...
Ну окей, главное, что мы прошли. There's a reason they made you a Spectre. Так, ладно, что нам осталось? Последняя, по-моему, какая-то, да? Так, вулканический. А, нет, на время, ё-моё, за 2 минуты пройти. Ну ладно. Do you need something else? Let's try a new simulation. I'm here. Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? Let's try one of the timed missions. Вот не люблю вот испытания на время, знаете. Boot up the warehouse, volcanic or tropical. Boot up the volcanic level. The projectors are warming up. You can start. Потому что испытание на время, это нужно проходить быстро, спешить, что-то делать, ты не знаешь, где появляются противники. Это бесит, есть. Ладно, поехали к следующему месту. Я уже, по-моему, не успеваю. Особенно если учесть, что противник за зданием находился. Хотя, может, успею, не знаю, посмотрим. Как говорится, как повезет. А повезти ведь может, правильно? You're gonna feel that one tomorrow. То есть противников осталось. Один находится где-то под нами. Как-то вообще ни хрена, по-моему, не круто, нет? Благо, все последние находятся в одном месте. Да ладно! Вот это поворот! Вот это поворот! Вот это неожиданность! Так. Do you need something else? I want to give the last test another shot. The projectors are warming up. You can start whenever. Get moving. This is a time trial. Так. Давайте пробовать. По идее, должны пройдокать все. Вроде сейчас чуть быстрее, чем в прошлые разы. Damn, nice shot. Так. Бежим, 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 бежим. Постреливаем в ту сторону, где этот чувак бегает. Хоть у меня минута осталась. Меньше минуты. Вашу ж мать, а. Stay alert.
one of your squad members. Да, я это сделал. Есть. Ура! Wow, Shepard. The only way your team could have made better use of their unique talents is if you'd gone into battle with your eyes crossed. Так, самое сложное позади. Что нам осталось? А нам осталась, собственно, охота последняя, тропическая. И все на этом. Миссия на сегодня, по идее, закончится. Do you need something else? Let's try a new simulation. I'm here to serve. Which combat mode? Time trial, capture, survival or hunt? Sign me up for a hunt mission. Let's see. For hunt mode, I can boot up the subterranean. I'll go with the The projectors are warming up. Итак, тропическая охота 50+. Погнали. Don't just stand there looking pretty. Kill something. Естественно, здесь будет не все так просто. Нужно за короткое время убить большое количество монстров. Это сделать не всегда легко. Поэтому придется как минимум потрудиться. Несмотря на то, что здесь все те же где-то солдаты, здесь все это сложнее. Здесь есть еще и вот эти ребята. Как вы понимаете, сражаться уже с вот этими ребятами все-таки немножко сложнее. Так сказать, самую малость. Там еще один должен быть. Даже не один, а два. Ouch. Watch yourself. И бежим обратно. Стреляем по разрушителю. Убиваем разрушителя. Две минуты у нас в плюсе примерно. Плюс-минус, так сказать. Так что... В целом все хорошо. Если не считать бегущего на тебя разрушителя. А также стреляющих в тебя ракет и дедов. Так. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Мужик, Теска, тащи. Ты могёшь, я в тебя верю. Never knew I'd hit it. Говорят, сложно верить в самого себя, но окей. Я надеюсь, вы в меня тоже верите. Я понял, что пенициллин здесь не так уж бесплатен. That's it, Shepard. Give him hell. Damn, nice shot. А почему вы не всегда встречаетесь nice с вы? Сволочь. Так. 47, в принципе, я... Думаю, что я успею убить за 47 секунд троих юнитов. Скорее всего, даже больше. Если мне еще и сильно повезет. В общем-то, задача выполнена. Пойдем на перевыполнение, так сказать. Будем убивать где-то подальше. Like вообще, убивать гетов весело на самом деле. Тот момент, когда ты бежишь на разрушителя. 62 убийства. Как я сказал, это будет легко. Well, that's all of them. You took the top spot everywhere you could. No one's even surprised anymore. Impressive work in there, Shepard. Got anything else for me to do?
There's a special scenario I don't get to offer to many operatives. I want you to give it a shot. Look, kid, you've done well. But I've been through a lot worse, and it wasn't a simulation. But I could make it one, if you're interested. You have something else I can try? It's a reenactment of one of my missions. We held off an ambush of Turian assault troops back during the Contact War. Just me and a small squad. I haven't finished programming it yet, but it's close enough. You can try it if you like. I'd be the first one to try it? Technically. Though I did it first, in the real world. The rules are simple. Survive until you're picked up, if you can. You'll be ridiculously outnumbered. No real cover to speak of. It's the ultimate worst-case scenario. Of course, it'll only be a simulation. Then up the difficulty. I don't want it easy. You got balls, Shepard. But it's still just a simulation. Even our best VIs aren't as good as the real thing. Then turn off the safeties. No safeties? Highest level of difficulty? You'll never do it. And then I'll have to explain how a Spectre died on my station. What do you want to bet? A wager, huh? Yeah. Okay. I've got a nice little retirement place on Entisei. I never go there, and I don't plan on retiring anytime soon. It's yours if you can beat it. And what are you wagering? My life. Right. So you really want the safeties off? If you die, it's getting logged as user error. I'm not losing my job over this. What's this place like? Quiet. Remote. You've practically got the whole planet to yourself. I got a brochure from Exogeni, and they dropped a prefab down on Entisei for me, here in the Argus Row cluster. The weather is terrible, but they tell me it's a red paradise, whatever that means. What do you say? Set it up. Talk to Ockran. I'll make sure he gets the new settings. I'd say good luck, but you'll need a lot more than that. Ну что ж, сохраняемся и поехали. Do you need something else? Ничего нового мы не узнаем. Let's try a new simulation. I'm here to serve. Which combat mode? Time trial, capture, survival, or hunt? Задание самое сложное, давай мне. I understand Ahern set up a special simulation. For the record, I'm against turning the safeties off. I'll be fine. What about my simulator? I'll be making repairs for weeks. This should be good. I don't see this very often, but good luck. Окей. А мы идем на свою маленькую смерть. Я не знаю, что здесь ждать, но... Турианцы захватили критически важную базу. Данных колонистов. Устраните защитников, верните базу данных, затем дождитесь эвакуации. А говорили, здесь не будет никаких... этих ребят. В момент, когда их как бы даже особо не пробиваю, да? Круто. Мы здесь задержимся, видимо, на время. Я в постоянном перегреве. Это вообще ни хрена не круто, если честно. А, я их не пробиваю из-за того, что у них какие-то гиперщиты. Или что-то в этом духе. Потому что сейчас я их начал прошивать, как я не знаю кого. Так, хорошо. Получаем данные. Heads up, Shepard. The fun's just starting. Да я уж понял. Damn it, Shepard, that medigel ain't free. То, что все только начинается, я уже заметил. Ouch. Watch yourself. Так, ладно, подрубаемся. Поехали. Нет, надо как-то спрятаться за более интересную вещь. Вот этой. Он мне будет немножко больно. Главное, чтобы меня не прилетали гранаты. That's the way. Stay alert. You just lost one of your squad members. Серьезно, Гарст уже помер? Как
так, Гарус? Как так? Уже как-то умудрился помереть. Вот я думаю, что это самое хорошее место, которое можно здесь найти. В принципе, скорее всего, я здесь и высажу. 5 минут, уже меньше, конечно же. Я, правда, самую малость напрягает то, что у меня ребята вообще не хотят никаким образом прятаться. Damn, nice shot. Прям совсем не хотят. Stay alert. You just lost one of your squad members. Гарус опять. Гарус, как так? Как так, Гарус? Как так? Рекс! Ты-то как, мать твою, умер. Ладно, пробежимся. Ну же, щиты, ну! Отлично! С пенициллинами щитами все будет хорошо. У наемников тем временем появились еще проблемы. Бежим! Нет! Тихо! Тихо! Щиты, пенициллин! Восстановление команды пенициллин, мать твою! Действительно жопа! Сказочная жопа! Вот тот момент, когда я действительно в попе нахожусь. О, это класс! Вот это интересно! Это шикарно! Мне это нравится! Осталось продержаться грёбаных 50 секунд. Грёбаных, мать его, 50 секунд! Вы прикалываетесь, что ли? Я не знаю, как 10 секунд продержаться. Вы 50 хотите, чтобы я продержался. Damn it, Shepard, you lost a squad member. Да я не то, что сквад-мембер потерял, у меня тут все вообще, в принципе, в попе немножко самое классное. Себя так говорит. Ладно, сейчас Гарусу надо поднимать и переключиться. Его чуть-чуть, наверное. Ух! That looked like it hurt. Лечим, ребята. Watch yourself. Лечимся. Ой, больно. Ай. Все, да? Фу. Е! Фу! Шикарно. Мы это сделали. I never thought I'd see the day. Good work, Shepard. Really good work. It was a great challenge. Thanks for setting it up. Makes me wish we had you during the first contact war. Could have saved a lot of human lives. And since I'm a man of my word, my retirement home is yours. Too bad. Now that I've seen you beat that scenario, I almost feel like I could retire. Are you serious? Hell no. The day I retire is the day I die. Enjoy that place, Shepard. You earned it. Are there any more special scenarios? Nothing new yet. But feel free to come back and run through the old ones. It's a good way to keep yourself sharp.
and the recruits will get a kick out of watching the famous Commander Shepard run through the tests. It's been a pleasure working with you, Admiral. Likewise. Call me Ahern. You've earned that too. Круто, друзья мои, круто! Ха-ха-ха-ха. Мы выполнили это задание, окей. Ха! I can't believe you've beaten us all, Shepard! Круто, не правда ли, да? А, в общем, на сегодня это все. Мы выполнили все задания. Это, наверное, будет самое... Хотя, не факт, что самое длинное, но окей. В общем, это веселая была серия, мне понравилось. Congratulations, Commander. It's been an honor competing with you. В тот момент, знаете, когда вы не знаете, что с вами кто-то соревнуется, но окей, да, чё. Ладно, на сегодня, собственно, все, дорогие мои друзья. Сейчас мы выходим с этого корабля, заходим к себе обратно. Вы все еще такие же упендрежники, да? Не? Вы заткнулись? О, вы мне даже честь отдали. Окей. Окей. Вернуться на корабль, вернуться на Нормандию, так сказать. Вот, собственно, и все, дорогие мои друзья. Вот такая вот интересная миссия была. Ну, как интересная. В основном она проверяет ваши скиллы, ни больше, ни меньше. Но в любом случае, всем спасибо за внимание, так сказать. Всем удачи и пока-пока. Надеюсь, вам понравилось.